Всем привет, вы на моем канале, и меня зовут Настя. Сегодня мы отправляемся в магазин «Светофор» по адресу Тимирязева, 129, корпус 2. Досматривайте это видео до конца, всем желаю приятного просмотра. Начнем мы с детского питания. Аленка любит индейка с печенью, 1 рубль 94 копейки. А вот Маша и медведь с индейкой обойдется в 1 рубль и 32 копейки. Детское пюре фиксики, огромная упаковочка, 1 рубль 39 копеек за 210 грамм. Кусочки натурального макрелевого тунца, 2 рубля 10 копеек. А вот баночка печени и трески от компании «Акватория», 2 рубля 85 копеек. Сахарная кукуруза в зернах, овощной край, 1 рубль 80 копеек, весом 400 грамм. Перловая каша со свининой по-домашнему, 1 рубль 98 копеек, весом 350 грамм. Детский сок мультифруктовый «Маленькое счастье», 39 копеек. От бренда «Стебель бамбука» можно приобрести соус шашлычный за 1 рубль 48 копеек объемом 500 мл и огненный соус чили за 1 рубль и 50 копеек. Появились новые макарошки «Гран Мулино» весом 400 грамм за 1 рубль и 11 копеек. Натуральная стерилизованная фасоль «Туровград» 1 рубль 52 копейки. Макаронные изделия «Лидские», изготовленные из первого сорта весом 900 грамм, 1 рубль и 8 копеек. И маринованные томаты весом 950 грамм за 2 рубля и 28 копеек. Кабачковая икра 1 рубль 71 копейка весом 520 грамм. Кириешки, ржаные сухарики со вкусом салями весом 200 грамм, 1 рубль 14 копеек. А вот сухарики от Мартина весом 130 грамм обойдутся в 1 рубль и 8 копеек. В магазин завезли новые складные коробки с крышками. Стоят они 5 рублей и 78 копеек. В наличии несколько вариантов расцветок. Вот так она выглядит вживую. Очень классная вещь для хранения и сортировки вещей. Также в магазин завезли пластиковые стулья. Стоят они 13 рублей 49 копеек, представлены в бежевом цвете. Безусловно, порадовало наличие детских товаров. Игровая тележка за 39 рублей и 73 копейки. А также карточные игры. Стоят они 6 рублей 65 копеек. В комплекте идет 35 карточек. Подходит на разный возраст. Например, вот такая активная игра «Веселая и громко» для деток от 6 лет. «Я никогда не» и «Фанты» от 10 лет. Здесь уже идет у нас 55 карточек. Потом сейчас еще покажу парочку из них, что мне приглянулось. «Донетки» также для деток от 10 лет. Классная игра «Дубль» подходит деткам от 3 лет. И пазлы, стоят они всего лишь 2 рубля и 72 копейки. Набор из 6 стаканов объемом по 340 мл, 9 рублей 76 копеек, изготовленных из цветного стекла. Литая сковорода диаметром 26 сантиметров, изготовленная из гранита и мрамора, 24 рубля 16 копеек. И вот такая кружечка, также объемом на 340 мл, 2 рубля 13 копеек. Очень много положительных отзывов было на алюминиевую миску объемом 10 литров, стоит она 13 рублей 62 копейки. Из новинок появился набор кастрюль со стеклянными крышками «Делис». Маленькая кастрюлька идет объемом на 3,3 литра, большая на 5,8. Стоимость такого набора 79 рублей 46 копеек. Гофрированная форма диаметром 26 сантиметров и высотой 4 сантиметра, 4 рубля 25 копеек. Также положительные отзывы были на данную блинницу диаметром 24 сантиметра за 23 рубля и 13 копеек. А вот такой набор плоских терок обойдется всего лишь 2 рубля и 99 копеек. А еще в данном магазине мне приглянулся ланчбокс объемом на 750 мл, 1 рубль 97 копеек.
А вот такой набор из 5 контейнеров обойдется в 5 рублей 7 копеек. Большой идет на 2,6 литра, а маленький на 0,33 литра. Пластиковый мерный кувшин объемом на 1,5 литра 2 рубля 67 копеек. И за 6 рублей 41 копейку можно приобрести вот такой контейнер для хранения. Идет он с ручкой и с крепежами объемом 6,5 литров. Органайзер Профи имеет 12 ячеек, стоит он 3 рубля 53 копейки. А еще из новинок мне приглянулись пластиковые корзины на 32 литра за 14 рублей 26 копеек, представленные в бежевом и коричневом цвете. Еще одна классная вещь – это раздвижная сушилка за 5 рублей 89 копеек. У меня похожая, только покупала в фикс-прайсе. Наконец-таки я живо увидела данный пластиковый комод. Стоит он 63 рубля 13 копеек, представлен только в таком цвете. Имеет 5 выдвижных ящичков, все выдвигается очень аккуратно и плавно. Сам комод изготовлен из безопасного пластика, собирается без помощи инструментов. Размеры его идут с 1100 на 46 и на 37 сантиметров. Пластиковая корзина с крышкой размерами 310 на 310 и на 90 мм 7 рублей и 1 копейка. Также в магазине есть неплохой выбор репродукционных картин размерами 30 на 30 сантиметров за 8 рублей и 99 копеек. Гладильная доска с выдвижной подставкой под утюг и съемным подрукальником Лина 1 28 рублей и 5 копеек. Кстати, в магазине появился неплохой выбор ковров. Маленький 40 на 60 сантиметров 4 рубля 7 копеек, а большой комбинированный с рельефным ворсом 21 рубль 43 копейки размерами 1 на 1,5 метра. Спрей антижир «Цунами» объемом 750 мл 2 рубля 80 копеек. Универсальный чистящий крем «Выгодная уборка» 1 рубль 18 копеек. Средство для мытья посуды «Моин Фреш» объемом 900 мл 4 рубля 80 копеек. Упаковочка влажных универсальных салфеток 1 рубль 18 копеек за 30 штук. И кислородный отбеливатель Мистер Дес 2 рубля и 6 копеек за 1 литр. А еще из новинок мебели появился обеденный раскладной стол из ДСП 54 рубля 59 копеек размерами 1200 на 750 и на 600 сантиметров. И последнее, что я бы хотела вам на сегодня показать, это складная многофункциональная разделочная доска за 9 рублей и 66 копеек. На этом мой обзор из магазина Светофор подходит к концу. Надеюсь, видео вам будет полезно. Не забывайте подписываться на мой канал, так как скоро выйдет вторая часть обзора из данного магазина. Я всем желаю приятных покупок. Всем до скорой встречи. Пока-пока.